Сотни шиитских активистов прорвались в здание парламента в Багдаде. Причиной недовольства протестующих стал отказ депутатов утвердить новый состав правительства и, соответственно, перенести заседание на следующую неделю. Из-за беспорядков парламентариям пришлось покинуть здание через черный ход. Военные объявили о чрезвычайной ситуации и сейчас находятся в режиме полной боевой готовности. Въезды в столицу перекрыты. Из зеленой зоны, где находятся правительственные учреждения, эвакуировали посольство и временно закрыли представительство ООН.